Всем привет! Вы на канале Старший Брат ТВ. И сегодня у нас день приветов. И плюс мы еще открываем Лего. И первый раз на канале Старший Брат ТВ я провожу розыгрыш на Лего. Сегодня мы с вами проведем видеообзор о новом наборе игрушки полиция. Набор, конечно, бомбейский. Я уже смотрю, здесь и скорая помощь с диагностическим центром, и тюрьма сразу, для того, чтобы поймать преступников. Вот бежит преступник, и два полицейских с наручниками и с фонарем. Так, ну работы у нас с тобой, как обычно, много. Мама, на самом деле, это видеокамера. А, это не диагностический центр. Вот мама дает, конечно. Это они следят за преступником. Крутяк. Ну, уже хочется с нетерпением мне уже открыть, быстро пособирать. Ну, давай познакомим наших зрителей с подарком, который сегодня мы будем разыгрывать. Да? И, друзья, я вас настолько люблю, что мы будем разыгрывать вот такие вот огроменные подарки. Да, мы на канал Старший Брат ТВ вводим новую традицию. Раньше мы передавали приветы раз в неделю, а теперь мы будем стараться раз в месяц хотя бы, а может быть раз в две недели, проводить разные конкурсы среди зрителей и подписчиков нашего канала. И первый для вас огромный сюрприз, который мы подготовили с Данилом, это огромнейший набор Лего Сити, который называется «Болотное укрытие преступников». Это очень интересный наборчик. Он большой. Да. В конце нашего видео мы обязательно расскажем условия, каким же образом выиграть этот классный конструктор Лего Сити. А сейчас мы открываем Лего Сити полиция. Открываем? Да! Ну что, высыпай. Выкидывай. Ого, вот эта гиталька, никогда таких не встречала. Она отдельно даже в клюв не поместилась, да? Так, да. Инструкции какие-то у нас сегодня аж три. Инструкции сегодня у нас три, а это означает, что в нашем наборе идут три пакетика с детальками. Да, мы всегда любим выцепать это все в одну большую кучу, да, Данил? А потом собирать. А как ты хочешь? По отдельности? Ну, окей. Давай открывать. Знаешь, как нужно сделать один, например, пакетик в одну кучку, а уже все эти два мешать, потому что мы будем уже собирать вот такое. В этом конструкторе торговой марки Лего выездной отряд полиции 375 деталей. И три мини-фигурки. Два полицейских и один преступник, который сбежал с огромным количеством денег. Наверное, он ограбил банк. $100. $100 нашел? Покажи. Покажи. А, вот они денежки, да? Вот они денежки. В этом наборе мы соберем огромную классную машину, которая оснащена экранами по последнему слову техники. В наблюдательном пункте такой машины мы можем выследить преступника, который сбежал с огромным количеством денег, и начать за ним погоню. А потом мы можем посадить его в мобильную тюрьму и довести его до тюрьмы уже настоящей. Но главное, чтобы когда наши полицейские будут пить кофе, наш преступник не сбежал, потому что здесь, видите, вот есть даже кофе можно пить, кофемашина. Вот я собрал человека. Ты собрал мини-фигурки? Очень интересные персонажи. Два полицейских с наручниками, с фонарем в руках. И наш разбойник, который с огромным количеством денег. Мам, а ты знаешь, что первая мини-фигурка появилась в 1978 году из Лего. Да, это очень интересный факт. Более того, я тебе скажу, я знаю не только это, я знаю даже то, что с 1975 года по 2010 год выпущено 3655 различных вариантов дизайна
мини-фигурок. И количество это растет, потому что уже с 2010 года прошло уже, да, 5 лет, и уже почти еще пол уже года 2016. Сейчас я по инструкции номер 1 собираю вот такую вот часть. Угу. Это основная часть, где кабина находится, да, в автомобиле, там, где сидит водитель. Угу. Более того, первые фигурки, которые были в Лего созданы, их было 7 штук, и они были из коллекции «Замок», «Космос» и «Город», который мы сегодня собираем. Это и был Лего Сити. Первые инструкции я уже справился на отлично. У меня получился кабина водителя и тягач. Вот такой классный тягач с кабиной, очень такой вместительно большой. И я смотрю, что здесь уже у тебя, Дань, сидит полицейский. Да. А скажи мне, пожалуйста, за сколько шагов у тебя получилось собрать такую кабину, тягач? У меня было 47 страниц. Угу. И 37 шагов. То есть получается 37 шагов тебе нужно пройти, да, было для того, чтобы собрать эту кабину. А как ты посадил туда полицейского? Я его посадил. Открыл вот такую вот штучку. Вот, открыл крышу, да? Крышу. И посадил сюда водителя. А там возле него или кофе, или чай, как он захочется. Угу. Или даже коктейль. Вы видели, что на задней странице? А ну-ка, дай посмотрю. Ого! Это вот такой Лего Сити, полицейский город, да? Здесь все наборы из серии Лего «Полиция» за 2016 год. Вот сейчас мы с вами собираем вот такой вот фургон, да, выездной фургон для того, чтобы выездной отряд полиции, для того, чтобы ловить преступников, которые украли деньги в банке, мама, или в магазине, мама, пока не знаем. Также здесь есть огромный набор с огромным зданием полиции. Тут уже и машины, и мотоциклы, и уже больше мини-фигурок здесь участвуют. Также вот еще есть такой интересный набор с огромным вертолетом, какая-то наводная полиция. В общем, очень интересно, конечно, было бы, если бы все это собрать воедино. Самая важная деталь в этом фургоне вот это. Да, она будет основой для того, чтобы мы собрали фургон. Да, мы согласно инструкции. Все ставить. Угу. Ну что, вперед. В итоге у нас получился вот мы такой фургончик. Да. Тут у нас вот такой вот обманчик для злодеев. Открываешь, угу, и тут, угу, ничего нету. Угу. Я наконец-то собрал эту полицейскую машину. Хотите, покажу, что у нее здесь открывается? Ну давай, посмотрим. Открывается, во-первых, дверь. Открывается у нас вот здесь. Вот. Класс, а здесь сюда можно ограждение ставить. Вот. Это место, да, для ограждения. Спасибо, что не помню. Открывается вот здесь. Ладно, соглядывай. Наш преступник. Мила проснулась у нас. Мешает немножко. Мам, здесь сидит наш преступник. Я его уже посетила. Да, там еще кофе, кофемашина. Дядя сидит, вон там кофемашина. Там, да, кофемашина еще. Классно. Да. А здесь объявление. Кого же мы разыскиваем? Вот. Кого же мы разыскиваем? И рация. Угу. Рация, тюрьма. Видеонаблюдение, спутниковая тарелка, антенна. Она, кстати, вот так крутится. Один полицейский у нас за рулем. Да. Ну что, можно закрыть? Машина для поиска преступников бомбейская. Рекомендую каждому. А теперь приветы и розыгрыш. Передаю привет. Денису Чаплыгину. И Владу Аванесяну. Вам Подгурский привет! Привет! Подгурский привет! Егор Котельников и Рома Легерка тоже вам приветы! Александр Бородач, привет! Привет, Бородач! Ты очень часто комментируешь Данин канал, но нам кажется, что это не твоя настоящая фамилия, это фамилия как псевдоним с нашей Раши. Ответь нам, пожалуйста, в комментариях, так ли это? Яне Захаровой тоже привет! И Жене Карпову привет! Привет!
Игромирмен, тебе тоже от нас привет. Алексей и Никита Зайцев, большой-большой привет. Алик и наш активный подписчик Крейзимен, привет. Игнат и Юра, все обо всем, привет. Арис, Зенит, Анна, Вердили, просто Соня, вам огромный-огромный привет. Перевознов Алекс, привет. Егор Барбарич, привет. Никита Юнусов, тоже большой привет. Мисс Бахчик-Гараев, привет. Виктория Исаева, привет. Привет. Милаха услышала, что мы ушли, привет передаем. И пришла. Пришла передавать привет. Да. Андрей Гордиенко, привет. Зимба, привет! Семен Егоров, привет! Григорий Шиляев, привет! Алексей Рудаков, привет! Акиф Лебеденко, привет! Геймер Дэн, привет! Привет! Арсений Чумаченко, привет! Александр Шевченко, привет! Привет! Еще нас просили передать привет. Посылка, распаковка. И Ник-Ник, привет! Егор Безмен. Привет. Привет. Даниил Гузаиров. Привет. Миша 23. Миша Борита. Артем Чалый. Привет. Миша 23. Саша. Это у кого-то 23 ребенка. Ковач. Привет. Данил. Мощников. Привет. Елена Ли, привет! Привет! Нарбек Воронов, привет! Иван Лис, привет! Тутенов Мадияр, привет! Артем Заикин и Дарк Вуд, привет! Так, Андрей Хабаров, привет! Привет! Леха Новиков, привет! Привет! Даниил Максимович, привет! Саша Белоус и Богдан Калюк, привет! Привет! Кирилл Кушмарцев, привет! Кирилл Филюшкин, привет! Привет! Пробел футбол, привет! Привет! Богдан Калюк, привет! Привет! Кирюша Пронин, привет! Привет! Не кричите так громко, то наши зрители оглохнут. Сергей Клещенко, привет! Привет! Я не смогу дослушать. Конечно, самое главное про конкурс, конечно. Игорь Ватяков, привет! Привет! Спорт с Димоном, привет! Димона! С Димоном! Спорт с Димоном, привет, скажи! Привет! Привет! Яна Прохорова! Привет! Дима Черненко! Привет! Даниил Коротков! Привет! Вы по секрету? Правильно! Амир! Зиганшин, привет! Женя Карпов и Диана Захарова. Всем пламенные приветы! И зрители, пишите мне под этим видео,
Ваши пожелания и привет. Привет. А сейчас условия конкурса. Да. Если вы хотите выиграть этот набор Лего, то подпишитесь на мой канал, добавьтесь в друзья, подпишитесь в ВКонтакте и... Прокомментируйте. И прокомментируйте, пожалуйста, под этим видео, какую больше всего коллекцию Лего вы любите. И мы 1 июля на нашем канале разыграем этот набор Лего Сити. Да. Каким образом? Значит, мы напишем всех комментаторов на листиках и на ваших глазах вытащим один листик, на котором будет написано имя, фамилия одного из комментаторов. И этот человек получит от нас набор Лего Сити. Только нужно писать комментарий именно под этим видео. Да, именно под этим видео. Вот у нас с вами есть 2 недели практически для того, чтобы до 1 июля все успели написать комментарии, все успели подписаться на наш канал и добавиться к Дане на страничку во ВКонтакте. Мы ждем ваших комментариев и 1 июля разыграем этот наборчик. Да, лайк и подписывайся на канал Старший Брат ТВ. Всем пока. Я уже жду этот подарок. Я тоже очень хочу его подарить.